Вода ударит по карману. Речи о тех, кто не установил приборы учета. Повышающий коэффициент, о котором так долго говорило правительство, все-таки начал действовать. Я напомню, по закону об энергосбережении мы должны были поставить счетчики на воду еще до 1 июля 2012-го. Теперь, если счетчика нет, умножайте норматив на 1,4. То есть добавляете 40% к прежним тратам. Что касается Тюмени, приборов учета до сих пор нет у половины жителей частного сектора. В многоквартирниках воду экономят только 57% жильцов, поэтому в водоканале сейчас ждут наплыва клиентов. У нас увеличено количество людей, занимающихся пломбировкой приборов учета. Мы занимаемся также, подрядчик занимается установкой приборов учета. Мы увеличили количество бригад, заключили дополнительные соглашения с заводом на приобретение дополнительного количества счетчиков. Заключили также договор на поверку приборов учета. То есть мы, в принципе, готовы. Кстати, повышающие коэффициенты правительство субсидировать не будет. Рост платежей за воду не коснется только тех, у кого нет технической возможности установить счетчики. Но это еще придется доказать.